Ребятушки, всем привет, всем доброе утро, всех вас целую, люблю, до луны и обратно. Вот Эдуард. Салам алейкум. Куда мы едем? Мы едем за картохой. А сейчас возьмем картоху, ну, наверное, мешков 5. Там посмотрим, почем она, какая она. Не вместится? Это мы взяли машину, Эдик взял у брата машину. Ну, это семерка, она маленькая, у нее багажник. Ну, посмотрим, сколько-нибудь возьмем, потому что у меня вообще картошки нету, вообще просто ни одной нету картошки. И все хотят борщ. Борщ — это у нас то, что едят все, вся семья ест. Ну, то есть не так часто прям я его варю, что у нас постоянно этот борщ. Ну, раз в неделю там или раз в две недели бывает. И выехали, поставила мясо варить. Как раз приедем, мясо будет готово, сварю борщ. Картошка дорогая в этом году. Там у нас по улу возили по 20 рублей, но она мелкая. Я люблю крупную большую картошку, потому что мелкую берешь, с нее пока почистишь, и вообще не вижу никакой экономии. Там столько шкурок сходит, что, в общем, нет экономии. Лучше взять крупную. И все равно приятно само ощущение очистить большую крупную картошку. Посмотрим, куда мы едем. Сейчас что купим, покажу вам. Возьму вас с собой. Ребятки, вот заехали, трубы еще взяли. Ты все взял? Нет. А я себе вот ковшечек взяла за 50 рублей и совочек. Люблю я вот эти пластмассовые штучки всякие. Не знаю, зачем мне этот ковшечек. Ну, короче, пригодится в хозяйстве. Очень мне понравился. С ручечкой такой. Литр 300. А совок нужен. Так, мы уже везде были, только не за картошкой. Так, ну вот смотрите, мелкая вот эта по 20. 100 рублей. Крупная по 25. Это ж как семенная, да, она идет? Почему? Не семенная. Может, и то взять. Так, ну давайте, давай с крупной сначала. Сколько? И вот, вот эту я тоже взяла сетку. Она все прям одинаковые? Да, да, все одинаковые. Вот пакет пелена обратно, женщина, что надо. Арбуз 25. Так, вот это на 750. Школа хорошая, 700. А? Сразу. 750. Да. А почему сразу не положили на карту? Вот эту еще одну берем крупную, и вот эту сетку тоже возьмем. Она не эта, длинненькая такая, прикольная. Зачем? Эту не надо. Вот эту сетку еще возьмем. Вот. Вот эту. Вот эту еще одну возьмем. Глянь, она этот, ну, длинненькая такая, хорошая. Аня, по 20, она по 20. Куда ты ее? Эту отнеси в машину. Она ж по 20, да, вот эта длинная? А чья вообще картошка? Хабис. А, хабис, хабиска. Давай вот эту по 20. Сорок три. Держи. Так, и сетку лука. Лук по 15. Есть вот такой мелкий по 10 и крупный по 15. Вот на это. Так, что у нас там получается? 2800. Ага, сейчас. 2800. Ну все, взяли мы картошки, получается чуть больше 100 килограмм. Нам это мало, нам это еще столько же надо будет, и тогда нам на зиму хватит. Но это уже следующим заходом, потому что если багажник маленький, полный багажник получился. Три сетки картошки и сетка лука. Лук вышел там на 490 рублей сетка. Ну, нормально, нам этого, у меня еще свой есть лук, и плюс этот надолго хватит. Ну, лука, можно даже сказать, почти на всю зиму хватит.
что, мы сейчас еще поедем в строительный. Наша дорога всегда заканчивается строительным магазином. Уже на протяжении скольких лет. То трубы, то провода, то что-то еще что-то надо. Вот, до сих... еще зелень взяла, зелень по 30 рублей. Ну, хорошие такие, нормальные пучки. А зелень вообще мне надо будет еще брать, наверное, на заморозку. Потому что у меня в огороде уже укроп тоже всходит, но еле-еле. Если вот в ближайшее время морозы не долбанут, то можно будет прилично. Я в том году столько собрала укропа, и мне хватило на всю зиму. А так по зелени я, конечно, больше всего предпочитаю укроп. Петрушку как бы не очень. Укроп и кинза. Но кинза у меня тоже идет только на, когда я варю фасоль лобио. То есть ее тоже не везде добавишь. И хорошо, что у нас в семье все едят этот кинзу. Вообще она же такая специфическая, на любителя. Так что вот так, едем домой. Сейчас что-то еще купим. Купила кошаку корм. На 200 рублей взяла. Это ему тоже надолго хватит. Когда он мозг выносит, насыпал и успокоился он. Носков взяла себе. Дочки у Эдика есть, а у меня нету. Я Эдика в носки ношу. Так что вот так. Все, мы уже домой едем. Вот здесь вот у нас кладбище. Вот, сейчас покажу. И вот муж всегда, ну не только муж, все, в основном все, кто вот проезжает мимо, да, сколько раз в день ты проезжаешь мимо, да, получается, это по трассе, вот видите, кладбище. И вот как обычай это, или как, вот муж всегда встает, всегда. То есть это как знак уважения, да, памяти, вот что-то типа такого. Без разницы, христианское кладбище. Да, вот всегда встает. Я еще, когда мы только сюда переехали, думаю, ну так удивительно, что ли, было. Ну, уже привыкла. И в маршрутке даже едешь. Вот много и женщин, и мужчин, кто едет, да, тоже привстает. Вот такой вот интересный момент. Почти что дома. Уже заехали в аул. Вот так у нас поля проезжаешь. Там уже дальше какое-то высокогорье идет. Такая кукуруза, у людей даже желания не возникает делать уборку, потому что там вообще ничего нет. Вон, видите, коров запустили. А если был хороший урожай, кто бы коров туда пустил? Никто. Кто-то уже убрал, вспахал земли. Вот эта продукция молочная, бабулины продукты. Вот у нас Сатурн, да, у нас вот комплекс в ауле. Ну, рабочих мест много там. Сколько получают? 28, по-моему, а 28 тысяч зарплата. Доярки 28 получают. У них, ну, говорят, да, работа, конечно, очень тяжелая, но, тем не менее, работают люди, работа есть в ауле хоть какая-то. Да вообще, кто хочет, выезжают, вон в город работают, и в больницу выезжают, работают, и в Невиномыск. Так вот, чтобы прям все руки тут сложили, сидели и бедствовали. Нет, так у нас особо здесь никто и не бедствует. Все строятся, все что-то делают. Вот здесь тоже у нас сейчас цех, ну это вообще года два еще открыли. Воду разливают, бутилированная вода и на кулеры, которая вода идет. Здесь тоже люди, кто-то работает. Софийская долина. Софийская долина называется, да. Кто в пекарне выезжает, работает. Ну, в общем, никто, я вам говорю, там не жалуется, что нет работы. А, потом конфетная фабрика у нас еще в Невиномыске. Тоже туда выезжают люди работать. Шоколенд. Шоколенд.
И вот вот этот комплекс, но он достаточно большой, просто он за ангаром, да, этот. Бабулины продукты, очень известная такая марка молочной продукции. Вон, гляньте, целая тара овец. Ну и вот в аульчик мы заехали, я уже показывала, но кто мои новые, они не видели. Вот так выглядит наш аул. Ага. Веселенький. Движуха здесь постоянная. Машины. У всех стройка, у всех, кого вот не возьми, то заборы, то крыши. В общем, все что-то делают. Вот тоже домик строится. Вон молодежь, дети. Особенно утром, когда выходишь, дети идут в школу прям толпами. Вот тоже строятся. Ну, много-много. Если не в каждом, то через двор точно. Вот тоже новый домик построили. Живенько, в общем, у нас здесь. Вот тоже сейчас хотят строить какой-то магазин или мини-маркет, что-то типа такого. Вон, видите, стройка в полном разгаре. Вот, а мы живем прямо в центре. Вот дом культуры, школа. И вот прям сразу недалеко мы. Вот по этой дороге дети в школу идут. То есть тут 5 минут ходьбы. Вот тоже строятся. Ну, в общем, где только не строятся, все строятся. Плохо жили бы, не строились. Никто не живет вот в каких-то хотеночках. У всех дома, большие дома. Вот тоже стройка, что кипит полным ходом. Все с газом. Тут ни одного, наверное, дома нет, чтобы не было, чтобы был не газифицированный. Ну и все, вот она наша улица. Вот он вагончик, вон тут, видите. Вот так вот близко мы живем от всех этих, от школы, от дома культуры, от магазинов. Ну, здесь, конечно, дорога так себе. Ну, грязи нет. Здесь просто, вот видите, камнями засыпано все. Вот, собственно говоря, мы и приехали. Так, ну все, мы дома. Вот я яиц взяла две. Две этих клетки по 15 штук. Зелень, перец острый взяли. И укроп на борщ. Хлеб. Кильки мы что-то захотели. Мы давно ее не брали. Взяли 5 банок. Пусть лежит. Вот. Кетчуп взяли. Масло взяли 4 бутылки. По-моему, по 72 рубля, что ли. Майонез один. 2 кефира. Фэри. К чаю. Ковшик. Это я вам показывала. Это коту, котейке корм. Ну, вот это ему хватит надолго. Наверное, месяца на полтора. Так, носки всякие взяли. Вот такие я взяла себе носки. Без резинки. 55 рублей они стоят. Посмотрим, померяем. И муж себе взял вот такие вот рабочие. В чем на работу? По 380 рублей они у нас. То есть, внутри теплые, утепленные. Вот. Потому что этот от бетона все равно тянет. Он в том году такие брал, как раз ему на один сезон хватило. В общем, вот такие вот покупки. Остальное вы видели. Картошку, лук, что мы взяли, там трубы, что-то по мелочи. Ну, в общем, вот эта покупка нам обошлась все вместе с картошкой на 6 тысяч. Вот, и что, и нечего видеть даже. Не, ну, картошка-то, понятно, она... Надолго ее хватит. В общем, вот такие вот, ребятки, дела. Так, ну вот картошка. Не знаю, сейчас будем посмотреть, какая она внутри. Если мне понравится, может быть, даже там же и возьмем.
Вот видите, та намного мельче, чем эта. Но это прям крупная, хорошая такая. Посмотрю, и ту сегодня почищу. Попробуем. Ну и лука мне вот этого более чем достаточно на зиму. И плюс у меня там еще есть, наверное, килограмм 5, наверное, своего осталось. В общем, вот так. Так, вот, ребятки, видите, уже котельную начали. Тоже прокладывать муж начал. А вот этот пеноплекс, он сначала новый положил, потом этот. У нас вот такие куски были. Это мы когда старый дом обшивали, утепляли, пооставались. А какая разница, все равно в бетон. Он даже еще и толще, да, чем мы покупали? Да, тут у нас как раз на 2 сантиметра чуть ниже стяжка. Да. Как раз сравнится с этим. Так что вот так. Я борщ варю. В общем, картоха классная. И мелкая та, которая... Ну, она не мелкая, я бы так не сказала, средняя. И та крупная, хорошая картошка. Борщ варю. Начистила картошку, вареников налеплю опять на заморозку. В общем, вот так вот. Вот смотрите, вот то мясо, что я разделывала. Вот это у меня получается. В общем, вот это все с косточкой. Еще вот в этом пакете с косточкой. И вот... Ой, пакете, в тазике. И в том тазике у меня мякоть, чистая мякоть. И вот как удобно. И морковка, и перец. Уже все начищено, нарезано на борщ. А, это хурма кто-то этот. В общем, она вязала, сложили ее. А я хурму что-то не люблю. И вот сейчас на борщ достаю стакан томата. Уже чищенную морковку. Перец уже резанный. Какая красота. И время экономит. И на следующий год я вот побольше томата вот так заморожу. Ну, у меня много здесь еще. Вон, смотрите. Здесь целый пакет. Здесь целый пакет. Еще у меня вот такие вот пятачки замороженные. Вот, видите. В силиконовых формах я замораживала. Вот такая красота. Ну, 560 литров. Я не знаю, здесь ложи, ложи, ложи. Наверное, целую корову можно положить, еще и место останется. Вот, видите, вот эти грибки. Теперь надо это все дело зафиксировать. Вот такие грибки. Так они прям в бетон идут, да, уже? Это так, я не то. Не то, да? Маленькие. Вот такой, два ящика мы взяли, вот таких грибков. Так, да. А там еще ящик с белыми стоит. Белый у нас был. А. В общем, он привез этот сантехник, а все, что, говорит, лишнее, то есть у нас лишнего в доме ничего не останется, что нам не надо. Он потом все это обратно заберет. Что тоже хорошо очень. Видите, тут все тоже уже за этот замуровали. Вот это долго, очень долго. Вчера Эдик в котельной просидел больше полдня, пока вот это все замуровал, все вот это скотчем этим каким-то армированным залепил. Здесь тоже вот все упаковано. Печку уберем, там тоже проложить пеноплекс.